Всем привет, меня зовут Валя, и я рассказываю о жизни в Америке. Сегодня я хочу показать, как делается красивое цементное патио-крылечко под камень. Такое крылечко недавно делали наши хорошие друзья, и я успела это все записать. Во-первых, хочу заметить, кто это крылечко делает. Как и большинство строительных и садоводческих работ, это крылечко делают мексиканцы. Изредка можно увидеть русских или украинцев на таких работах, но в большинстве своем это мексиканцы. Когда главный по заказу уехал на несколько часов и оставил работников-мексиканцев, а американской заказчице нужно было что-то объяснить, ей пришлось вызванивать прораба через главный офис, так как работники ни слова по-английски не понимали, а заказчица говорит только по-английски. Большинство американцев знают всего несколько слов по-испански, несмотря на то, что в Оклахоме от 20 до 40% жителей являются приезжими латиноамериканцами. Ну, хватит о статистике. Посмотрите, какой красивый получается у нас пол. Вот законченный проект. Смотрится, ну, почти как камень. Единственное, что они сделали какие-то вот полоски здесь. Получается, это для того, чтобы цемент, когда он расширяется, чтобы было место, где расширяться, я так понимаю. Но из-за этих полосок получается, что не похоже все-таки это на камень.